Делаем лунку. Екатерина, вставляй саженец. Прижимаем. Прижимаем саженец мечом. И притаптываем. Муховицкое лесничество. Делянка почти в 2 гектара находится возле деревни Семисосны, совсем рядом с автомобильной трассой. Задача – высадить 6500 саженцев сосны и 4000 саженцев березы. Именно эти сорта для этого участка подходят как основные лесообразующие породы. Ими заменят вырубленные ранее деревья. Сосновые насаждения, особенно в южной части, поражены вершинным короедом. Вот, и, к сожалению, единственной мерой защиты лесов является вырубка. Учитывая масштабы большие этих поражений и кратковременные сроки весенние, вы видите, стоит теплая погода, нужно в кратчайшие сроки посадить. Эта помощь очень весомая. Спасибо огромное за эту помощь. Ждем желающих в Муховецком лесничестве Брестского лесхоза. Чтобы компенсировать вырубленные деревья, производится высадка молодняка. Только в Муховецком лесничестве на площади почти 30 гектаров новую прописку получат 160 тысяч саженцев сосны, дуба, березы и ольхи. Всего по Брестскому лесхозу за это время посадят почти 700 тысяч молодых деревьев. И здесь на помощь лесникам приходят волонтеры, сотрудники предприятий и организаций, школьники. Беларусь – это легкие вообще Европы и планеты. И вот если мы не будем сажать деревья, а только их разрушать, то кто это будет делать? Потом, например, когда у меня будут свои дети, я буду проезжать здесь и говорить, что вот здесь вот я сажала лес. Это, мне кажется, это очень интересно. Эмоции положительные, очень весело, приятно работать. Потом в будущем, надеюсь, буду ездить и смотреть на выращенный собой лес. Неделя леса – акция народная. Главная цель – привлечь внимание населения и общественности к проблемам лесного фонда. И для семьи Тратюк из Бреста это не лозунг. Не первый год в полном составе они приезжают в лесничество, чтобы принять участие в посадке леса. Личный вклад – это лучший пример, считает глава семьи Александр Тратюк. Я приехал, конечно, ради детей. Я считаю, что экологическая безопасность, экологическое воспитание – это самое сейчас, наверное, главное, приоритетное, потому что все мы рождаемся, дышим воздухом, и, наверное, каждый человек, я так думаю, что даже не должен, а обязан высадить хотя бы одно дерево. Вот. А деток надо это с детства приучать, чтобы они потом заботились о лесе, о природе. До своих взрослых лесных собратьев этим соснам расти еще очень долго. Но, как утверждают лесники, прогуляться по молодняку за первыми грибами горожане смогут уже через 6-7 лет. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.